Всем привет! Вы находитесь на канале Super Toys. Сегодня мы вместе с вами будем рассматривать вот такую здоровскую новую коллекцию 2015 года. Она появилась только недавно, в апреле. Давайте же скорее ее рассматривать. Это коллекция Трансформеры. Вот такая вот здоровская коробка. Также можно зайти в студию Happy поиграть в игрушки. А мы не будем терять времени и начнем. На коробке вот здесь написано, что можно из нее собрать тачку. Как нарисован у нас Бамблби, получается тачка Бамблби. Давайте же ее соберем и будем рассматривать фигурки. Здесь вот надо потихонечку отрывать по пунктиру линии, чтобы не оторвать ничего лишнего. Они уже выдавлены. И получается у нас вот такая вот коробочка на две части разделена. Очень здоровская это. Здесь еще выдавливается такая штучка. И вот здесь тоже. Это очень здорово, это что-то новенькое, я еще в Макдональдсе такого не видел. Мне сразу это понравилось, то что даже из коробки можно целое что-то смастерить. В итоге вот такую тачку мы вместе с вами собрали. Бамблби трансформировался у нас, и вон он, Хэппи Мильчик веселый рулит на нашем Бамблби. А мы с вами начинаем обзор фигурок. Давайте же начнем также с Бамблби. Это будет первая у нас фигурка на сегодня трансформера. Сейчас я ее открою. Посмотрим вкладыш. Всего в коллекции в новой 4 трансформера. Вот они, Давайте поставим сюда вкладыш, чтобы нам было понятно, какие фигурки должны попадаться. И смотреть саму фигурку. Вот он какой, Бамблби наш. И у него вот такой здоровский меч. Давайте положим меч сюда и посмотрим на Бамблби. У него крутятся руки. Так, туловище у него крутится вот только в одну сторону. И у него двигаются ноги. Также мы видим, что у него вот эта рука поднимается и фиксируется. Сзади мы видим у него такие крылья. Ноги у него не двигаются, только вот так внутрь. Но это, чтобы, скорее всего, механизм, чтобы махать мечом. Здесь у него такая выемка для меча. Вставляем меч и понесся бой. Так, руку надо поднимать. Вот так. И вот так вот наш Бамблби сражается с своими врагами. Ломать, крушить. Ну ладно, это Халк кричал, но Бамблби тоже, смотрите, какой он веселый. Очень здоровская фигурочка, давайте ее крутанем на крутилке и посмотрим. Итак, первый наш автобот Бамблби. Какое у него крутое качество. Мне это нравится, тем более у него еще есть механизм. Чтобы активировать его крутящийся меч, ему надо соединить ноги. Как вы видите, лого автоботов, трансформеров у него прорисовано. Также детализация крыльев выполнена классно. Фигурка очень классная. Мне она очень понравилась. Тем более такие здоровские механизмы. Следующая фигурка — это предводитель трансформеров Optimus Prime. Давайте посмотрим, что же здесь за выполнение, детализация. Также идет вкладыш. Нарисовано, что здесь можно вставлять ему в руку его крутилку и крутить ее. Сзади у него находится механизм, кнопка. Так, откладываем и смотрим саму крутилку. Ух ты, какая она крутая, здоровая. Точно всех закрушит врагов ей. Так, сейчас отпакуем пакетик. Так, все плотно упаковано. И вот такая сама крутилка, здоровая. Круто. Так, сейчас посмотрим. Рука крутится. Рука поднимается, опускается. Также само тело двигается у него. Бамблби тело не двигалось. У него, если оно двигается, уже он мечом сражается. Но это сам механизм вот так. У Оптимуса уже двигается само тело. Это круто. Но ноги у него не двигаются. Так вот выглядит фигурка сзади. Но это сейчас на крутилке посмотрите. И вот здесь у него вот такое специальное крепление для вот этой такой звезды какой-то. Не знаю, плазменный, наверное. Мечи у него тоже плазменные, все такие синие. Вот такая штука тут идет. Под пазик она не круглая, чтобы крепко держалась и не вылетела, когда крутится. Фигурки, кстати, не маленькие. Вот так вот она в руке выглядит, почти всю ладонь. И это не может не радовать. Так, на рисунке нарисовано, что вот так надо ее поднимать и крутить. Видите, какая она мощная. Уже Бамблби нашего просто уничтожила. Очень она здорово крутится. Смотрите, как. Даже если садануть кому-нибудь по лбу, будет довольно-таки уже больно.
Так, также еще вот так можно покрутить. Сейчас вот так подымем. Да, вот так тоже можно. Вот так, кстати, можно крутить летом, когда будет жарко. Так и сидите себе и крутите. Вентилятор у вас получается. И вам прохладно. Но он по инструкции надо крутить вот так, стоя. Здорово, у нас такие же трансформеры пока что собрались. Такой гуляка и крутяка. Такие, смотрите, бой у них. Круть. Мне нравятся фигурки, очень здоровские. Так, ставим нашего Бамблби и Оптимуса Прайма. Посмотрим поближе его на крутилке. Встречайте, ребята, лидер автоботов. Это Оптимус Прайм. Ему нужна ваша помощь, чтобы победить несносных десептиконов. Нажмите на кнопку на его спине, чтобы жезл в его руках крутился. И он просто начал их крушить и ломать. Также, как вы видите, фигурка очень здоровская, детализация классная. На ногах даже вон колеса прорисованы. Сзади вот эта кнопка волшебная, чтобы активировать его жезл. Очень она классная, мне также она понравилась. Оптимуса Прайма вот здесь на руках значки трансформеров. Они не нарисованы, а выдавлены в пластике. Как мы видим сзади, где кнопки, также колеса у него. Очень фигурка классная, мне она тоже понравилась. Следующий наш трансформер — это Гримлок. Какого он классного раскраса, мне он нравится уже сразу. Такой зеленый, очень здоровский. Фигурка и тоже большая. Давайте посмотрим, что делает Гримлок. Он стреляется у нас огнем. Ух ты, вот этот здоровский механизм. Мне нравится. Давайте рассмотрим самого Гримлока. Вот он у него идет. Его плазма, или не знаю, что это даже такое. И давайте посмотрим. Лапы у него, двигаются. Ноги тоже двигаются. Ух ты. Его даже можно вот так поставить, и это здорово. И вот так он даже стоит. Получается, в двух положениях можете фигурку поставить, зафиксировать, это круто. Мне нравится. И вот здесь кнопка у него. Морда не двигается у него. Хвост что-то еле шевелится. Но самое здесь интересное, это вот в этом механизме. Так, не то есть, вот так, да. Так, зафиксировали. Огонь! Весело. Летит эта штука довольно-таки далеко. Сейчас попробуем вот отсюда запустить. Вон, видали, как улетело? Здорово. Давайте Гримлока покрутим поближе и рассмотрите его более детально. Гримлок очень сильный воин. Поместите огненную булаву ему в пасть и нажмите на кнопку на спине, чтобы запустить ее у врагов. Как я вам показывал, он может находиться в двух положениях. Вот так вот вверх, и также он может вот так вот стоять, идя. Очень здорово то, что он в двух положениях ставится, мне это сразу понравилось, потому что у него и ноги, и руки двигаются, даже можно вот так вот его положить при сражении. Руки у него тоже крутятся. И как вы помните, у него вот эта булава вылетает. По самой фигурке тоже она выполнена здорово. Очень красивая расцветка, детализация также здоровская. Все механизмы работают, она мне тоже очень понравилась. Тоже мне отлично будет смотреться в коллекции. Всем советую ее тоже себе купить. Открываем следующего трансформера. Его зовут Sideswipe. Давайте посмотрим, что наш Sideswipe умеет делать. Вау, смотрите, у него какая здоровская. Такой меч двухсторонний, и он крутится как пропеллер. Круто, смотрите, сзади тоже у него кнопка. Сейчас посмотрим. Что же здесь он у нас умеет делать? Рука у него вот эта крутится. И вот сюда вот закрепляется как раз вот эта вот такая секира. Ух, вот здесь, кстати, с одной стороны такая выемочка. Ей надо вставить в руку. Сейчас мы ее зафиксируем. Вот так зафиксировали. Так, рука опускается. Что еще тут есть? Вот такая вот рука. Так. Вот эта вот рука тоже двигается, можно апперкоты прям давать и баба другим трансформерам. Ноги не двигаются. И сзади мы видим вот такую кнопку, туловище. Туловище двигается, как у Оптимуса Прайма. Так, а у этого Гримлока туловище не двигается. Так, и давайте нажмем на саму кнопку и посмотрим. Ух ты, смотрите, как она очень быстро крутится.
И прям он будет просто крушить врагов. Еще можно, кстати, полетать с ним. Как вертолет использовать. И так же, как и Optimus, можно летом пользоваться как вентилятором. Забавненько. Здоровская фигурка. Давайте ее посмотрим поближе. Хотите научиться сражаться как Sideswap? Всего лишь нажмите на кнопку на задней части трансформера, и меч закрутится самурайский. Вот такой здоровский тоже трансформер с самурайским мечом плазменным. Тоже он классный, руки двигаются. Также присутствует механизм. Я думаю, все будут рады такому трансформеру у себя в коллекции. Прорисовка окрашенных деталей тоже здоровская. Вообще игрушки из Happy Meal всегда мне нравились своим качеством. Bumblebee, Optimus Prime, я обнаружил Гримлока. Он направляется в сторону города. Я встаю и наблюдаю за ним. Уничтожить его. Обнаружил Гримлока. Он хочет меня атаковать своей огненной плазмой. Промазал. Мазила. Оптимус, мне нужна твоя помощь. У него какая-то броня. Иду на помощь. Сейчас я его разрежу напополам. Так, ну что, осталось тебе разрезать его на фарш. Вот так вот можно в них весело поиграть. Фигурочки мне очень понравились. Смотрите, какие они здоровские, крутые у них. Они довольно-таки большие. У них помимо того, что можно играть, у них еще такие здоровские механизмы. Фигурки большие, очень займут хорошее место в вашей коллекции. Мне они очень понравились. Также, если вы не смотрели серию про трансформеров из серии Nestle Космостар, как я распаковывал, доставал оттуда фигурки трансформеров, заходите на канал, смотрите, там есть такое видео. Если вам понравились трансформеры и вы любите мой канал, ставьте лайк. Также, если не подписались, подписывайтесь на канал. Также вступайте в группу ВК. С вами был канал Супер Тойс, трансформеры. Увидимся в интернете на моем канале. Всем пока!